1993 году Владимир Исаакович приезжал к нам в Калугу, в наш клуб, вести мастер-класс для ребят. И тогда же у нас в клубе появилось такое дело, как огромный барабан оркестровый. И почему-то вот у нас на барабане мы же бардовская песня, мы не играем. Вот, мы его используем для того, чтобы всякие разные замечательные люди, которые к нам приезжают, ставили на этом барабане автографы. Вот, и вот одним из первых был как раз Володя. Он написал строчку из своей песни. И дело вовсе не простое, заставить петь простую медь. Но это надо же суметь, иначе мучиться не стоит. Но строчка вот из той песни, которую я хочу сейчас спеть. Песня называется «Трубачи». А трубачи бредут в казарму, коней усталых расседлав. А завтра будет день базарный, а ночью, а нынче будет ночь светла, а ночью снов совсем не будет, лишь только тяжесть забытия от тягости зыбкого бытия, пока дневальный не разбудит. И вновь захочешь, не захочешь, ты открываешь день трубя. Он отличается от ночи, он начинается с тебя. О, как ты юн в его начале, каким окажешься в конце, что будет на твоем лице, когда тебя он измочает. И может ты не в настроении, и может быть всему труба, но полк на общем построении, и на губах труба груба. И дело вовсе не простое заставить петь простую медь, ведь это надо же суметь, иначе мучиться не стоит. Ba-ba-bum, ba-ba, ba-ba-bum, ba-ba.